все люди любят, чтобы у них получалось хорошо, все, что они делают. Их работа, дома, дела. Вот. А нам, актерам, хочется, чтобы наша роль получалась сразу. И самое сложное, наверное, привыкнуть к тому, что сразу не будет получаться. Всегда ты будешь чувствовать себя идиотом поначалу. Ты не будешь знать, как это делать, не будешь знать. Ну, за редкими исключениями, конечно. Но, ну, поначалу очень сильно, особенно в институте и на первых порах вот, работы в театре, очень подкашивает то, что вот рядом с тобой опытные артисты, которые какие-то вещи делают сразу. В институте, естественно, это там, когда твои однокурсники что-то лучше тебя усваивают, а ты как, у меня не получается. И, ну, надо привыкнуть, что это чувство, оно будет с тобой всегда, его надо преодолевать. Тогда ты будешь становиться лучше. Артистка тут нашлась, а ты? Посредственно тебе, с натяжкой вот вот. Не все с первого раза поступают. Это не значит, что надо опускать руки. Если ты хочешь этим заниматься, нужно продолжать, нужно двигаться куда-то. Стараться делать разные вещи, развиваться. Жора, возьми мяч под руку и скажи, я и мяч одно целое. Я и мяч одно целое. Я люблю мяч. Я люблю мяч. А мяч любит меня. А мяч любит меня. Давай. Не знаю, насколько по мне скажешь, но меня театр сделал намного спокойнее. Когда я пришел поступать, я был крайне нестабильный человек. У меня было много очень энергии, я не знал, как куда ее девать, как ее распределять. А в театре я как-то научился держать себя в руках. Стал степеннее, может быть. Да это уже... Я давно влюблен в театр, поэтому сейчас уже сложно сказать. Но много, очень много. Это целая новая жизнь для меня. Четко помню, как бабушка приводила меня в компанию своих подружек, и я им читал стихи, которые мы в садике учили. И уже тогда я кайфовал. Я уже тогда кайфовал, что меня слушают, что мне аплодируют. Сейчас, когда ты взрослеешь, я понимаю, что в театре можно пообщаться с людьми. Не только им что-то рассказать, а вот когда ты рассказываешь что-то серьезное, и что-то, что тебя самого задевает, и ты видишь в зале глаза, которые как-то на это реагируют. С человеком тоже внутри что-то происходит. Ты понимаешь, что он тебя понимает. И он будет на эту тему думать, и, возможно, он кому-нибудь об этом еще расскажет.